Above Contract, слушай, какие еще, какие уровни хорошо много сделаны? Вор самый сложный? Окей, вор самый сложный, а какую миссию за него играть? Первую. Где все на этажах отсутствует, все кроме врагов? Ну ты, блин, зверь. Ты что, реально так сделал? Ну сейчас посмотрим. Отсутствует все кроме врагов. Так, босса мы прошли. Ну я надеюсь, что это образно, а не буквально. Ладно, сейчас потестим. Давайте пробовать. Привет всем, добро пожаловать обратно в Dicey Dungeons. Dicey Dungeons вернулся, и у нас тут мод от подписчика от нашего, Above Contract. Ну, мы в прошлый раз за шута поиграли, сейчас за вора. В общем, мы допросили автора мода. Мы такие ему: а за кого играть? Какой самый сложный уровень? Говорю, давай самый сложный. Он такой: на, бери вора и первый уровень бери. Сказ о том, как у вора украли. А где все? Правило. На этажах отсутствует все, кроме врагов. Говорят, еще чат прочитать описание персов. Конечно, в подземелье все сложнее, какой-нибудь руинер уже бы сдался. Но это состязание, и я по-прежнему хочу победить. О, видите, как настроен хорошо вор. Руинеры бы сдались. На этажах отсутствует все, кроме врагов. Поехали! Спасибо за то, что вернулся на новый раунд Dicey Dungeons. Сегодня нас ждет важный раунд жестоких издевательств и насмешек над этой жалкой руиной. Спасибо. Помощь чата. О, наносит 10 урона или получить 5. О, точно. Донат. Нужен дубль. А что там еще написано? Нужна получить 4 благословления. Валун, он большой. Окей. Вот, вот это я. Вот это я понимаю в мод. Так, вот с этого надо было и начинать. Ну давай попробуем играть. А подожди, что-то еще злость есть. Наносимый урон увеличивается вдвое. А, мы одну обилку все-таки крадем. Ого, жаба. А че жаба такая жесткая? Наносимый урон увеличен вдвое? Че, она может на 16 бонькнуть в первый ход? Нормально так. Сюда нужны две шестерки. Нужна сумма 12 дубль. Короче, две шестерки в донат нужны. Ну, давай рольнем помощь чата. Чат, что вы делаете? Валун, он большой. О! 5 урона я жёг, да? Или он будет рандомные эффекты? Фу, на 10. Да, жесть. Неудачный бросок 4 единицы так и дает. Что упало, то пропало. Все вражеское оснащение добавляется в твою колоду. Украсть все. А, так мы можем брать снаряжение врага. Ну, я, наверное, донат выкину. Возьму злость, которая дает дабл дэмэдж. И возьму палаш, который бьет дофига. Вместо помощи чата. Чат, простите. Ничего личного. Но от вас толку мало. Палаш лучше. Палаш сильно дамажит. С
Садовник 12. Восполняет каждый ход 2 здоровья. Копатель наносит 2 урона. Выкопать что-нибудь. Что-то будет выкапывать. Мы, наверное, просто его шотнем. Мы сделаем злости и дабл дэмэджем дадим. А, все, я понял. Мы сношение врагов забираем. В общем, ничего нет. В смысле, сундуков нет, но мы забираем снаряжение врагов. Ну, надо потестить копатель. Ну, хотя мы еще и валун не потестили. Морковный пирог, хилка на 2, пассивная каждый ход. Так, ну можно делать, я думаю, ставки, потому что уже вроде понятно, как мод работает. Начать прогноз. Я не буду пока эти обилки брать, хотя... Ну, давай проверим, что делает копатель, окей? Что там будет выкапываться. Ой, а можно у алхимика все украсть и превратиться в медведя просто со старта? Если мы все крадем. Да, у нее медвежье зелье осталось. У нее 8 урона, 5 яда, 8 урона огнем ожог или хилка плюс медведь. Давай попробуем выкопать что-нибудь. А я могу прямо сейчас превратиться в медведя. Ну, я не буду превращаться в медведя. Это как-то неинтересно. А что там я выкопал-то? Каждый ход наносить 2 урона. Я эту штуку бесконечно могу играть. А я там что, пассивки бесконечно выкапываю? По-моему, я там 100-500 пассивок выкопал. Надо было сначала вот это сыграть. Чё я не сыграл двойной урон? А, он до конца хода, он не на одну атаку. Говорят, медведь изменен. Копай дальше? Ну давай копать дальше. Вы видели, сколько их там полетело? 100-500 штук. Они там, тут целая куча полетела. Ой. 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 Окей, мы, по-моему, сломали алхимика полностью. Уничтожен. Переиграли и уничтожили. Супом просто завалили. А, так мы украли медвежье зелье. У нас медвежье зелье есть. Можно медведя. Ай, суп остался. Лопата заменилась на суп. 4 урона пассивно. Каждый ход. Так. Ну что, в медведя превратиться? Погнали за медведя, да? А медведь работает? Медведь будет рабочий? Надо разработчика спросить, подождите. Может быть, этот медведь не рабочий. Типа, если ничего не падает и у тебя пропадет воровская обилка, то ты ничего не сможешь сделать. В оригинале-то у тебя все равно есть сундуки потом, чтобы медведя качать и ему там апгрейдить обилки и новые набирать медвежьи. А если здесь просто у тебя нет воровства и у тебя будут стоковые медвежьи обилки, ты просто проиграешь. Так что, он работает или нет? Под него сделано? Или он будет ничего не делать? Говорит, нет, это ловушка. Разработчик говорит, ловушка, чат. Отключает воровство. Ну, он тогда не играбельный в этом челлендже. Потому что у тебя предметов не будет и все. Нам надо ловушку. Ну зачем? Понятно, что будет. Ты превратишься в медведя и проиграешь, потому что у тебя пусто. Пустой инвентарь. Ой, все. Ой, все. Чат как обычно.
Так, неудивительно, что я вашу помощь убрал отсюда. Дай мне валун. Слушай, а яблочек тоже нет, получается. Ну, на самом деле, без яблок так, конечно, жестко. Накладывает ожог и мороз, 3 урона. Горячие зефиры. Так, ну, сначала двойной урон играем. Сюда шестерку, будет 16. Валун, интересно, на сколько бьет? На 5, то есть на 10 под яростью, плюс ожог. Он может только один куб сыграть. А, и мы украли у него горячие зефирки. А еще и награда. Ломик сократить отсчеты. Ну что-то я отсчетов не видел. Ну давай ломик возьмем. Яд мы все равно играть не будем. Зефир, 3 урона, ожог, мороз. Или 5 урона и ожог. То и другое большое. Хотя с двойным уроном, наверное, честно говоря, можно поставить... Где зелье было? Жгучее зелье. И бить на 16, ожог всем кубикам. Да, помощь чата, которая двойным уроном тебе обратно прилетит. Вот это будет кайф идея. Ладно, валун нормально. Хотя не-не-не, давай жгучее зелье. Вот, это будет весело с дабл дэмэджем. Стойкость к яду. Чё, дриада, а ты что делаешь? Листья деревьев. 2 четные исцеляют 1 здоровье каждый ход. А у него пассивка типа. 2 урона, 2 яда. Ага. Но это еще сложно сыграть. Хотя бросок, нет смысла не играть, да? 7-8, можем вот это сыграть. 4, 7. Значит, надо так играть. Так, так, так. И так. 4 ожога. Она только один куб может сыграть. 2 урона, 2 яда. Ну, вообще не проблема. Мы не можем включить медведя. Я бы хотел потестить медведя, но будет автолуз. Без предметов. Я предполагаю, что не будет ни яблок, ни магазинов, ничего. Так, страшные глаза. 2 урона, 2 яда, и листья — это хилка. Ну, по-моему, нам это не нужно. Хотя глаза можно поставить. Когда кубов побольше будет. 3 куба нам пока как раз. Хотя нет, знаешь что, валун поставь. У него любой камень. Чик-чик-чик-чик-чик. Как раз 3 куба, 3 обилки. А рюкзак сейчас кончится. Будем выбрасывать. 5 урона, ожог 2 кубикам. Ну, у нас двойной урон. А, 1 кубик горит и 2 хп. Ну что, волшебник, особо не сыграешь. Ты... Он большой, катится и зажигает валун. Ну, мы теперь с двойным уроном будем всех выносить за один ход. Ой-ой-ой, сколько всего! Мы же все забираем. А куда оно? Куда оно легло-то? А че, а где чары-то? Они куда делись? Никуда? Место кончилось? А, и мы больше не будем получать новые обилки, что ли? А как выбросить? Можно как-то выбрасывать? Нельзя? Никак? А, и все, дальше обилки я уже не получаю. Чары...
Ну, блин, чары Мороза хорошие, но не такие, как валун. Он большой, он катится. Атакует всех врагов. Через медвежье зелье почистить инвентарь. Ну да. Все пропадает. Я помню, что... Что-то похожее в оригинале было, и там вроде, да, давали замену предмета. Типа, у инженера, по-моему. Можно было выбрасывать. Говорит, вообще медведь работает. Воровство не будет работать. Воровство после боя не будет работать? Или вот это, которое в бою? После боя не будет работать, так а смысл, он получается тогда нерабочий. Ты никак не сможешь никогда апгрейдиться. Ты будешь с, ну, оригинальными стоковыми этими обилками медвежьими. Ого, 5 шипов! Нифига себе. Да, я ворую, и никуда предметы не даются. Ну да. Ну давайте, я не знаю, в медведя превратимся. Но я помню стандартные обилки медведя, и они не очень. Стандартные обилки медведя трэш. Там что-то по 6 урона. Что-то такое. А мы здесь вносим по 30 урона в ход. Ну мы ничего, предмет мы не получаем больше. Можно еще поставить страшные глаза и чары мороза альтернативно вместо валуна. А нельзя. Нельзя поставить, потому что места нет. Я не могу большой предмет на маленький поменять. Ну, значит, нельзя. Только большие на большие можно менять теперь. Да. Наоборот, перетащи. А, могу. Все. Чат, спасибо. Но если единицы будем выкидывать, у нас есть единицы. Вообще-то есть, да. Супы все испортили, реально. Суп заруинил все. Суп руины. Ярость носорога на шестерку дает 2 ярости. Ого. Ниф, перекат носорога на четные 4 урона. Ну, мы можем, наверное... Что нам надо? Нам надо так. Теперь так. 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 На 4 ударил носорог. Да ярость нам не нужна, зачем? У нас же двойной урон со всех обилок. Ну и предметы не даются. Ну давайте, хорошо, сейчас сделаем медведя чат. Ну потому что реально у нас ничего не меняется, получается, после боев. Ничего не получаем. Сейчас потестим Мишу. А, единиц нет. Зачем я ему заморозку кидаю? Ему заморозка вроде бы нормально. Да.
Ну, вряд ли мы такую имбу соберем еще. Окей, валун все-таки лучше, чем все эти чары мороза хитрые. Наверное, еще лучше жгучее зелье. Да, кошка. О, пришла, сатят, смотрите, хвост. Смотрите, хвост. У меня кошкой стол привалила. Смотри, пришла деловая колбаса такая. Оп. Типа, все, теперь я здесь живу. Нет, не булка, это кошка. Это Бася. Наша главная кошка. Это начальство пришло. Ну давай, медвежье зелье поставим. Злой из-под глубин. А, ну у него то же самое. Порча. Ну давай зелье играть. Сейчас я вот это сыграю. Давай вот это сыграю. Порчу на него наложу. А, кубик-то вернули. О, вот и Бася. Теперь у нас две кошки чат. Там Бася лежит, а здесь булка. Булка булчинская. О, булка нашла микрофон. Так. Подожди, булка, я думаю. А, порча! Окей, короче, превращаемся в медведя. Понятно. Ясно. Медведя не будет. Ого, много кубиков. Не самого лучшего противника выбрали, чтобы медведя превращаться, да? Я имею в виду, он наносит 4 урона в ход. У меня 396 порчи. Окей. Сработало. Медвежье терзание. Урон плюс 2. И медвежий рев, слабость 3 оснащения. В дребезги 10 урона. Ну, чуть-чуть похуже, чем тот наш билд, который был. А это мы превратились в медведя. И урона теперь нет. Но мы превратились в медведя. Рар. Фу, ну тут только играть, что тут делаешь, да? Либо повезет, либо нет. Работало, не надо было трогать. Да мы выиграли бы, это понятно. Мы наносили по 30 урона в ход. Давай попробуем медведем, будет челлендж. О, можно улучшить. Ну-ка. Так, ну рев нет смысла. Вот эту обилку стоит. Плюс 4. О, уже неплохо. Так, ну и тут тупо куча противников. И ничего нет. Лютоволк. Ну попробуем, может быть, сразу на босса пробиться. Потому что нам получается... О, блин, ну и хилки у нас, кроме как убить врагов, нет никаких. Повязка, острые зубы. Яд у него. Окей. Порчи в этот раз нет. Надо подумать, стоит ли нам играть слабость. Если слабость, то это чик. Плюс... Нет, 5. Вот это. Чик. Мы теряем... 7 урона. Не, за 7 урона слабость точно не стоит играть. Буду в слабость закидывать остатки кубов лишние. Пускай она копится, а потом мы это... Ой, хорошо, что он исчезание и порчу сыграл, а не 4 дэмэджа.
А нет, нифига, я был неправ. Так, вдребезги его. Ты что, порча заруинит? Вот я сейчас могу на 9 его ударить, но мы не добьем. Могу сделать слабость. Может, давай сейчас слабость сыграть? А на следующий ход типа добьем? Что-то он не сильно ослабился. Да. Не особо ослабел. Ну ладно. Тут добиваем? Мы не добиваем его. Один урона не хватает. Ну блин. Василиса перемудрила. Нафига? Хана. Ловушка. Ну, оснащения у нас нет. Ничего нет и ничего не падает. Надо весь этаж идти. Да не пройдем мы этаж. Очень хороший меч. Двойной урон просто. Скелет тупо дабл дэмэдж делает. Ну... Блин, ну давай я его в дребезги сыграю, как бы. Может, если слабость на его очень хороший меч сыграет, будет прикольно. Тогда надо вот так, вот так. Слабость. Посмотрим, что там слабость делает. А ну он просто дамажит. Два. Это был хороший ход для нас. Я так понимаю, на этом везение закончилось. Сейчас пятерочку в меч и до свидания. Да. 3 хп. Ну, пошли босса посмотрим. Рюкзак? А чего рюкзак? Рюкзак пустой, мы же в медведя превратились. Что в рюкзаке может быть-то? В медведя превращаешься, рюкзак чистится. Мэдисон. Может, это та Мэдисон, которая с загадками из... Из... DLC? Меняет оснащение с тобой. Меняет оснащение со мной? Чего? О, окей, мы ее могли, кстати, законтрить. Тупо оставить медвежий рев, и она бы проиграла бы. Чего? Мятное печенье, излечить у врага здоровье? А что это такое? Противоположность. Повторить следующее действие. Тебе везет нанести себе урон, излечить здоровье врагу. Противоположность дает отрицательный кубик. Какой кубик? Да что такое отрицательный кубик? Меняет эффект карт? Ну, вроде не меняется. Надпись-то на картах не меняется. Все наоборот? Так, а какой я кубик сюда закинул, чат? Второй и третий куб. Вот эти кубы я сюда сейчас бросал в противоположность.
Это сейчас противоположные кубы, которые меня полечат? Вроде, да, вроде. Нет. Брось еще, ну окей. А я их обратно бросил? То есть они теперь обычные, да? Ну типа, вот этот я не бросал. Я его поменял сейчас. Он сейчас хороший, плохой. Хороший, плохой. Хороший, плохой. А че он всегда хороший становится единицей? Так надо? Хороший всегда единица, плохой тройка. Попробуй один отхилить. Окей, попробуй один отхилить. Нет, оно подамажило ее. Куб не переворачивается. Напротив тройки четверка. На кубе. Окей, она получила урон. Этот сейчас плохой, хороший. Двойку в повтор. Себе 3 урона, излечить врагу 3 здоровья, я не помню. Это у меня сейчас плохой куб? Медведь терпит поражение. Короче, я запутался в этих кубах. Я запутался. Я ничего не понял, как с этим работать там. Да, надо. Надо, чтобы на кубах кубы цвет меняли или что-то. С такой механикой. А то как ты за ними уследишь? Они же все одинаковые. Или, а лучше, чтобы менялись надписи на самих картах. Типа, когда наводишь кубик или что-то такое. А то так, конечно, ну, как ты поймешь. Типа, запоминать, какой куб куда бросил и какой он у тебя хороший или плохой. Да, типа, тебя требует отмену ставки. Ладно, отменим ставку. Я думаю, что отменить ставку — это хорошая идея. Этот. Реальность прорывается. Где? Спасибо большое, Above Contract, что сделал мод. Продолжай дальше модерить. Делай моды. Хорошие, красивые. Не обязательно для меня, просто. Не этот.